ставим на месте арбузников. Опознавательных знаков пока нет, мы ждем Инну. Я жду Инну с футболками. Я была в приюте уже, вгружала вещи. Вот, шлагбаум не взяла, ой, эту растяжку. Но плакат была. Плакат не взяла, потому что у нас очень мало места в машине. Так, мы сейчас футболки напялим на себя яркие, чтобы были, чтобы нас видно было. Так вот, как обычно в центре, на месте арбузников, где арбузники стояли, мы стали. Ребята, посмотрите на меня. Помашите мне ручкой. Ребят. Миша, зайка. Кошачий корм был в коробке. Можно сниму? Кладите, я на видео снимаю. Давайте. Нам все пригодится. Это пока так, вот ставьте здесь рядышком. Хорошо, чтобы вы поняли, да? Да, да, все, да? Мы
нашли машину, нашли людей, которые нам помогают. Спасибо, вот мы все загрузили. Мы бы сами столько не увезли. Конечно, тут вообще все битком. Все, спасибо большое. Вот видите, что я гружу? Доски, фанера, всякие полезные штуки. А вот еще детская кроватка, хорошие перегородки для щенков. Один Бетховен во всей машине. На три конфеты консервы.